Сегодня в этот лес. Я вам, Люда, просила. Приехали мы в этот лес. Этот столик нам пригодится на обратном пути. Кто лишнего дюбнет, тот будет на нем плясать. Вова мне обещал номер исполнить. Мы их ждем, поджидаем, но пока их нет. Они в пути. А то они потом не найдут то место. Ух ты, даже красавец, да? Да. Вот и красавец у нас. Как Наталье повезло, что у нее красавец муж. Ох ты, как здорово. Был с молодым были. Так, колька, пополам? Кусок. Да, давай пополам. Пополам. Наташ, давай тарелку. Вот так вот, на этой части, а? Живи, а, ты хочешь сюда? Это не сметан? По чуть-чуть. Тебе одну хватит. А, это каждому? Я не поняла. Ну, я думаю, то это общее. А ты лучше всех у меня. Во, как я, смотри, сделала. Что ж, я тебя в молодости не встретила. Ой, очень жаль. Как молоды мы были. Ну, главное блюдо. Главное блюдо у нас вот это вот. Вот у нас индейка. Вова порезал, давай. Молодец, красиво. Да, у нас бутербродики, маска, скромный. Кидал, все. Не, Вов, просто. Вот у нас такой салат еще. У нас такое. У каждого вот такое. Белое тоже заливное. Саш, давай, есть хочется. Есть хотим. Есть хотим, да. А картошку? Красоту сломала. Она разрушитель по жизни. Разрушитель по жизни, а ты созидатель, да? Самое главное у нас еще есть. Самое главное у нас есть что? А вот все сегодня скромно мы гуляем. Вот внутри груздик. Вот такой вот гель. Кому холодно, можно одеть куртку у меня. Угу. Пока вроде нет. Сейчас мы согреемся. Ой, целое ведро счастья. Съелось, елось, это чтобы собиралось. И тут, чтобы плаченчика, чтобы ты плевалась. Спасибо. Стихи почитай. Спасибо. Сейчас стихи почитаю. Ой, ну, да. Днем рождения. Надо очки надевать. Ух ты! Ух ты, молодец. Людмила, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем жить без старости, работать без усталости, здоровья без лечения, счастья без ограничения. Ух ты. Желаем тебе благ земных. Я знаю, ты достойна их. Живи, родная, до 100 лет. И знаешь, что лучше тебя нет. Чтобы рядом с нами ты была сегодня, завтра и всегда. Наталья Владимировна. Ой, спасибо. Спасибо большое. Держи. Отлично. Еще вот еще. Ну, за это надо выпить. А мы не возражаем. Еще вот есть один стих, но это потом. Ну, потом. Без чая мы остались. Ну, как почему? Ты бегаешь, не наливаешь чай. Ой, уже темно. Вообще темнота такая. Вот там все начинает, да. Да. Без чая стали все. Ладно, Саша, отсюда. А мне чай не надо, я их затрусила. Шампанского, ребята, шампанского. По можно, по полстаканчика. Ночь наступила, мы гуляли. Наступила ночь. Наступает ночь. Зовет и манит. Куда ж она нас манит? Домой. Да. А девчонки у костра угорают. Нет, костра у нас нету. Просто в свете фар. У меня одно, Тамара, у меня получше подруга. Я... А тебе ничего не... Каждого свое. Да, у каждого свое. Хотели бы, жили и не хотели. Да. Рождения! Машина! Который был всех дороже, был
начнись. Кончилась. Ночная суперсъемка. Баба кончилась. Ух ты! Поехали, Катя. Камера спит. Фу ты, господи. Пойдем около машины. Катя, ну давайте к машине. Катя. Воу. Ночная суперсъемка. Моя камера все видит. Хочешь одна? Только все было хорошо у них. Вот смотри, ночь. Темно. Ночь. Луна. Луны нету. Темно. Жуть. Вова, иди спортом покажи. Наташа, иди посмотри. Да. Саша, иди тоже отжиматься. Там есть турник. Жалко время. Да, на турник. На турник. На небе ап. Звезды светят с высоты. Да, супер ночная съемка. Нет, это не супер, это просто ночная съемка. Вова, я тебя вижу. Ох ты! Молодец! Ух ты, какой турник такой высокий, смотри. Ух ты, Вова. Сейчас Сашу. Молодец. Спортсмен, да? Да, спортсмен, молодец. Шампанское не пил, водку не пил. Молодец. Ну так, надо... Крутой супермен ты у меня. Форме надо себя держать, форме. Ух ты, все конечно, конечно. Слушай, надо тебе веселок дать. Это грибы афродизиаки. Тогда Наташка от тебя сбежит. Ну, пойдем. Сейчас пойдем, подожди, я луну сниму. Ох, какая луна. Луну надо снимать не в суперсъемке. Ну, никак, суперсъемку не отключу. Вот выключила эту суперсъемку. Вон какая луна на небе. Ап. Луна на небе, ап. Звезды светят с высоты. Ты говоришь мне, ап, что свалился я с луны. Нет, надо суперсъемку, это турник. Ты будешь на турнике фокусы делать? Как, зачем? Вова делал. Им не выехать будет здесь тяжело, там ямы такие. Саш, а мне надо сейчас снять вот это все? Подожди секунду. Все, все, конец куплета. Ночная суперсъемка. Едем домой из леса. Время уже много. Новый регистратор. Первый день только что мы его купили, но это лес. Вот только что купили. Он супер регистратор, бесподобный. Не знаю, я его еще не проверила. Так.